Модные девайсы, бытовая техника, офисная мебель. Чуть более 2 месяца в городе работает магазин-склад одного из лидеров российской интернет-торговли «Ситилинк». Онлайн-ритейлер на рынке 9 лет. Его розничная сеть развивается по всей стране. Теперь электронный дискаунтер есть и в Магнитогорске. Многие горожане уже оценили все преимущества нового магазина. Принтеры, компьютеры, мультиварки – более 50 тысяч наименований различных мировых брендов умещаются в одной электронной витрине. Вместо грузных полок – терминалы. Небольшой торговый зал занимает лишь 20% от всего магазина. Остальные 80% – склад, где хранится около 10 тысяч товаров. Приобрести их можно здесь и сейчас по привлекательной цене. Низкие цены мы можем держать за счет того, что, во-первых, у нас прямые закупки от производителей, во-вторых, у нас автоматизированные бизнес-процессы. Купить, к примеру, пылесос или телевизор можно, не выходя из дома, через оператора колл-центра или на официальном сайте. А можно в самом магазине, сделав заказ в электронном терминале и тут же получив товар на руки. Процедура довольно простая и, по словам специалистов, занимает всего 5 минут. Доставить новую технику или мебель поможет собственная курьерская служба. Впрочем, есть в электронном дискаунтере и другая услуга. Здесь по индивидуальному заказу соберут компьютер с гарантией на 3 года. У нас есть инженерный отдел с высококвалифицированными специалистами. Компьютер собирается буквально в течение нескольких дней. Кроме этого, на сайте есть дополнительный сервис, онлайн-конфигуратор. То есть наши пользователи могут сами собрать себе компьютер, отправить нам заказ этой сборки. И наши инженеры, проанализировав его, дав свои рекомендации, соберут вам его в течение нескольких дней. Ежедневно в электронном дискаунтере действуют до 50 различных акций, с которыми можно ознакомиться на сайте citylink.ru. «Ситилинк» приглашает своих покупателей по адресу: улица Ворошилова, 4. Двери магазина открыты ежедневно с 10 утра до 8 часов вечера. Елена Вишнякова, Александра Алексеева, Дмитрий Федотов. Информационная служба медиагруппы «Знак».